Всем привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд, и с вами Ольга. Сегодня предлагаю салат с виноградом «Мадам». Все ингредиенты также вы найдете под видео. Начнем готовить. Берем твердый сыр любого сорта, нарезаем на крупные кубики. Пересыпаем в миску, берем консервированные ананасы, нарезаем примерно на кубики. Отварную куриную грудку также нарезаем на крупный кубик. Перекладываем в миску. Виноград хорошо моем. Разрезаем напополам и убираем косточки. Выкладываем в миску, добавляем чеснок, майонез, хорошо перемешиваем и салат готов. Подаем к праздничному столу. Друзья, если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!